Я думаю, что сегодня мой главный месседж человечеству – это очень простой месседж о прекращении войн, о запрете бомбить чужие территории в качестве помощи тем странам, в которых происходят конфликты. Мне очень хотелось бы, чтобы мы все вместе почувствовали за это ответственность, и чтобы мы усвоили одну единственную заповедь – нельзя убивать себе подобных. Это все.